сейчас посмотрим правильно. Пойдем, выйдем. Такие вот вагончики метро в Мадриде. Своеобразные такие вагончики. Метро удобно, видите, вот здесь везде сверху такая голубая линия идет. На каждой станции метро сверху идет линия. Допустим, если голубая линия, то сверху идет голубая линия, если красная линия, красная линия, чтобы было удобнее понимать, где находишься, и сделано. И это на самом деле очень удобно, потому что попадаешь на станцию, не надо смотреть, на какой ты ветке находишься, просто смотришь вверх и видишь голубая линия, значит, ты на голубой линии. Так, эти штуки же не надо здесь вставлять. Когда выходишь, вставлять не надо этот проход какой-то. Проезд стоит 10 проездок, стоит 12,5 евро. 12 евро, 12,5 евро. Это на метро. И на автобусы. 12,5 или 12 евро? 12,5. Да. На метро и на автобус. Вот. Так, мне кажется, чисто проезд стоит там 90 центов вроде. Нет? По-моему, один проезд стоит один вообще. Один еще? Сейчас посмотрим, где мы здесь выйдем. Если один проезд 90 центов, то как туда? Здесь проезд 12 центов. Ну, да, 10 проезд. 10 проездов дешевле, чем 10 по одной. Все правильно. Но ты не забывай, что 10 поездок же и на автобус тоже еще ходит. Я поэтому говорю. Так, где же у нас этот магазин-то? Как он называется? Он назывался Браво Морио. Браво Морио. Браво Мария. Не знаю, пойдем посмотрим. Где написано Мира? А, возможно. Возможно, даже и он. Да, вот он, Браво Миро. Он закрыт. Если это он. Электроник. Электроник шоп. Pero no tiene el número. Nombre Bravo María. No, se el, llama Bravo María. Electronic Shop. Pero ahí venden calculador, ordenadores y eso. Okay, cámara de foto y eso. Sí, cámara de foto, video. Video. Y video. Pero está más arriba. Pero no creo que esté abierto hoy. Electronic Shop está en la calle Algodonales, metro Tetuán. Ah, ok, gracias. En Tetuán. O sea, todo Bravo Murillo hacia arriba. En la acera del frente, entrando así, está Electronic Shop. Gracias. Да, он про другой говорит, потому что тот сказал сразу, как выходишь, будет видно. Пойдем тогда в эту сторону. Так, друзья, пока выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в Мадриде, ищем один магазин, где продается техника.